Всем доброго зимнего утра! Я собралась за живцом. У нас зима, 2 дня всего лишь зима. В общем, смотрите, какая красотища, просто нереальная. Вот, и предлагаю, выехала тут за город, есть у нас речулка. Взяла с собой волокушу, немножечко червячка, короеда. Червячок у меня почему-то один остался в запасе, не знаю, остальные, наверное, сбежали. Вот, ну, в общем, ладно, один есть, я думаю, что мне хватит. Вот, еще пока что летнюю удочку. Я думаю, что здесь водичка еще до конца не застряла. Ой, не застряла, не застыла. Вот, и, короче, вся такая довольная, счастливая. Будем готовиться на жирличную рыбалку. Вот, сезон 2022 будем закрывать, да? Еще целых 2 месяца. До окончания этого года еще вполне можно порыбачить. Вот, смотрите, вообще просто супер. Я иду. У нас сегодня, конечно, рабочий день, несмотря на то, что суббота. Меня начальство отпустило на рыбалку. Сейчас посмотрю, что я нарыбалю. Вот, в общем, пошла я за хорошим цветом лица и за отличным настроением. Сейчас я переключусь и будем смотреть, какие виды у нас здесь. Всего лишь, наверное, километров так, ну, я думаю, 3 от города, и уже, видите, вот у нас тайга. Так. Итак, со мной за живцом едет. Вот такая вот теплая куртка. Специально не одеваюсь, потому что будет жарко идти на раз километр. Теплые штаны, еще летняя удочка. Ну и, соответственно, тара, куда я буду живца складывать. Вот. Ой-ой-ой. Значит, тут у нас такой спуск, довольно-таки большой. Ну, мужики, конечно, съезжают на машинах, но так как я такой автолюбитель, женщина, конечно, да, у меня уже 15 лет стажа, много чего видала, но все-таки я не рискую спускаться по подобным спускам или дорогам, не знаю, как тут сказать правильно. Так что я лучше на своих двоих. И шпишкарус — самый надежный вариант транспорта. Кто так считает, ставьте, показывайте пальчики вверх. Думаю, что это я иду и не с вами разговариваю. Там вполне за моим видом, ой, за мной, очень видно, что там есть. Вот, я люблю всегда тоже с собеседником разговаривать, чтобы были видны глаза. А то я тут показываю на природу и сама разговариваю. Вещает сам телевизор, да? Сам телефон. Вот. Что тут еще? Накрыли картошку дома, чтобы не замерзла. Вот. Вчера тоже пожарили рыбку, поели сухую вяленую щучку. Очень вкусно. Вот. Ну и, в общем, может быть, даже сегодня попробуем баньку истопить. Вот, ну посмотрю сейчас, каким результатом. Ой, слушайте, воды так прилично тут. Это очень хорошо, но вода мутная. Это тоже может как бы быть минусом при ловле рыбы. Она не любит, сорога, темной воды. Тут у нас иногда идет сброс. Сейчас поменяю руку. Сброс воды. Вот, и как бы не сильно рыба может сегодня клевать. Вот, ну ладно, посмотрим. Самое главное — прогулка, главное — не рыбалка, главное — маята. Вот. Ну, в общем, так я бодренько скачу до места рыбалки. Надо будет, если сегодня удастся, конечно, наловить, попробуем найти. Сейчас же все в поисках, потому что сезон, полностью меняем же все снасти, все оборудование. Палатку надо найти, все спальные мешки. Ну и в том числе, значит, аэраторы, потому что живца мы храним в бочках и подключаем аэраторы. Вот, в том году довольно-таки мощно один купили. Рыба хорошо сохраняется до 40 дней. В принципе, живец, потежа фактически нету. Вот. Ну и тот послабее, который тут у нас в городе купили. Первый. Ну, я думаю, штук 40-60 я споймаю. Нам вполне хватит что-то напожарить. Мало щуки наелись, да?
Вот, ну хочется и беленькой рыбы, что-то другое. Вот, ну, в общем, планы наполеоновские. Зарабатываю румянец и хорошее настроение. И все-таки надо вспомнить, что у нас, что такое зимняя рыбалка. Что такое живец, зимняя рыбалка. Ну и вообще, привет, зима называется. Так. Ну, кроме меня тут еще кто-то был. Но уже это были, наверное, скорее всего, вчера. Нормальные люди на субботу-воскресенье поехали сегодня, потому что вот следы в обратную сторону уже на выход. Вот. Ну что, бессмертные погнали на первый лед. Да. Вот. Ну вот сейчас и узнаем, какой тут лед стал, как. Ну, мне, конечно, очень сильно боязно. Мы тоже выезжали на вот такой лед в том году, когда прошел хороший снегопад. Честно скажу, страшновато. То есть это тоже дополнительный вес. Снег идешь, налей там оттуда ваширует, все-таки пробивает через какие-то отверстия такие небольшие, прямо фонтаном шпарит. Ну, как бы, да, оно понятно, что щука сейчас в жор входит. Можно с хорошими результатами отрыбачить, но и хорошо искупаться. Чего, конечно, очень бы не хотелось. Поэтому подождем еще недельку. Сейчас посмотрим, что с рыбехой. Вот, ну, в общем, как-то вот так вот. Как-то вот так. Ой, фу. Иду в гору, отключаюсь. Ну вот, настроила я видео маленько. Так, удочку. Караеда. Вот, я не знаю, видно тут, не видно. Я первую рыбку споймала. Сейчас будем смотреть, что у нас еще получается. Надо подальше стоять, рыба видит. Вот там у нас маленький такой, как вам сказать, ямочка. И, в принципе, неплохо берет рыбка. Вон, видите, он клюет. Сейчас-ка я посмотрю. Видно вам, нет? Так, сейчас посмотрим. Видно? Так, так, так. Ага. Вот маленько видно, да? Ну, давайте будем поднимать. Ага, так, караедик. Ну, первый живчик есть. Сейчас будем смотреть, что у нас дальше получится. Я на всякий случай червяка с собой взяла. Потому что караед высох у меня. Ну, в общем, надо молчать. Опа, вот она. Идет. Вот, видите, рыбочка. Хороший елец такой, приличный. Приличный елец. Сейчас вот отличная живцовая рыба. У нас она называется елец. Вот, видите, вот елец. Ну, давайте будем дальше ловить. Я набрала водички маленько. Вот тут вот. И опускаем его. Так, сейчас поближе еще попробую. Что у нас там? Не вижу, что снимаю. Главное, ловлю. Так вот, не знаю, видно вам, не видно. Давайте вот так вот поставим и будем наблюдать, что у нас тут ловится. Вот, вот так вот. Наладила все снасти. Процесс пошел. Елец очень любит. По-моему, уже там кто-то сидит. Очень любят караеда. Вот, очень любят. Ну, в общем, я думаю, что, как ни странно, но рыбалка должна быть неплохой. Рыбка тебя видит, поэтому, видите, в общем, по течению далеко ухожу, стараюсь, чтобы не было это, меня видно. Очень мелко, а рыба глазеет во все глаза. Так, ну давайте вот тут вот бросим маленько поближе. Если что, сейчас еще в одно место пойдем. Я там очень люблю тоже рыбачить. Он по дну. О, видите, видите, взял. Берет, берет, берет. Опа. Вот у нас рыбеха. Ура. Рыба просто кишит.
здесь, но я пока шла, наверное, маленько тут попугала. Сейчас посмотрим, как тут прям прыгает. Его видно. Вроде потиху, вот смотрите, берет. Ура. Потому что вообще я 2 часа тут измаялась. Один ёж да этот. Вот наш елец. Вот так вот наш елец, наша рыбка. Работаю с червячком. Последний червячок остался. Еще штук, наверное, 20 надо споймать. Разговариваю тихо. Сама лежу, знаете, сижу. Ногами, грубо говоря, на снегу, коленями, чтобы рыба не видела. Очень мелко, настолько мелко, что вообще. Вот, но вот в этом месте рыба к вечеру решила, что можно поплевать. У меня еще маленечко караедов осталось. Вот снимаем рыбочку. Так, давай, бубулька. Вальдемару позвонила, он сказал, поправляем. Ой, поправляем червячка. Вот так вот. Ой-ой-ой. Не знаю, куда мои черви делись. Все сбежали, наверное. Я специально на зиму... Ой, так неудобно перед камерой. Специально на зиму маленько положила, штук 30 в тазик. Смотрю, приехали с рыбалки, что-то нету. Вот одного нашла и все. Ну, в общем, в принципе, у меня его всего склевали. Он, видите, берет. Опа! Нет. Рано я взяла. Ой! Так, трава, давай не цепляйся. Оп. Сейчас проверим еще раз. Потом попробую на караеда. Но что-то на караеда, конечно, это не самый лучший вариант. Он тем более у меня пересох прям очень сильно. Ну ладно, куда деваться. Будем пробовать. Всяко разно. Ой, коленям холодно. Надо уже в присядку, наверное, присаживаться. Вон. Берет. Оп. Потом еще надо будет за ведром сходить. Там, где я рыбачила, вот на излучине другой. Там оставила. Думаю, не буду брать, чтобы не шататься взад-вперед. Наша такая рыба. Тут беру. О, смотрите. Поплавочек играет. Ну что, потащили? Потащили. Ёж. Блин. Меня товарищ просил ерша. Но я не могу. Я, ребята, не могу разъединить ведро. Потому что если ерша посажу, у меня передохнет мой живец весь. Да, ерша в этом году очень много здесь. Очень странное дело. Я его тут никогда не ловила. Кстати, между прочим, там тоже взял, решил, ну, подошла хищная рыба. Вначале маленький окунек, так, грамм по 20, по 40. Потом, представляете, на 800 грамм, как саданул мне. Я говорю, блин, ты паразит. Чего ж ты на спиннинг не клюешь такой, когда тебе надо? А тут с ним одним-то ни туда, ни сюда. Так, ну что, тут в кадр приплывает? Ага, точно приплывает. О, смотрите, что-то тут заинтересовалась рыбка поплавком. Вот она. Ну вот. И здесь вот, видите, окушок. Вот, зараза. Сейчас испортит мне всю рыбалку опять. У меня остался маленький кусочек. Кусочек червячка. И вот на тебе. Так бы бог с ним-то, пускай клюет. Хоть что-то пусть клюет. А так, когда ты без приманки, очень плохо. Вот маленькая берет. Отлично.
быть. Такой, ой, упала. Хотела показать вам. Ой, да что ж такое? Выпрыгивает рыбка. Вот елец. Ой, такой вот у нас елец. Длинненький. Сегодня без ветра, сыровато, но нормально. Да, быстро набирают колени. На коленях особо тут не посидишь, не постоишь, точнее. Рыбка гуляет, много рыбки. Рыбка зашла сюда. Если сейчас не перепугают там всякими сычками, то будет хорошо. Придется подняться с колен, очень мокро и холодно, потом будут кости болеть. У меня, кстати, тоже после сезона зимней рыбалки очень сильно болят косточки на руках. Ну вот артрит, который уже заработала хорошо. Хорошо. Ой, такая малюсенькая, отличная. Ну, хотя мы что-то в последнее время больше радуемся более большой рыбке, стараемся сажать более большого живца. Ну, я сторонник такому большому куску, и рот радуется. А щуке зайдет. Она свою пасть как раскроет, там влетит и твоя рука. У нас товарищ с дружественного канала говорит, на 12 килограмм щуку поймал. Капитан Григорий, как-то так называется у него канал. У него и база отдыха. Вот. Ну, конечно, да. 12 килограмм мы покупали. Ловили только на жерлице. Уже, конечно, да. Большая редкость даже в наших диких краях. Такая крупная рыба. Выловили. Вымерзла. Очень много рыбы гибнет. Когда задыхаются озера, перемерзают. Ну, конечно, экологические, скажем так, катастрофы. Кто у нас? На Оби газ, газовая труба. Прорвала, по-моему, в позатом году. Рыбы очень много задохнулось. Население тоже спасало, как могло. И пробуривало, ну, прям большие эти самые... И лунки, и прям, ну, в общем, короче, майны спасали, как могли, рыбу. Но все равно, конечно, падеж очень большой рыбы был. Так что, сколько, и видите, вода падает с каждым годом меньше и меньше воды. Это тоже все сказывается на нерестовых особенностях. Тоже, если воды мало, щука отнерестится. Она же садит свои кринки на осоку. Вот, а вода, допустим, упала, и все. То есть ее икра высохла. Ну и, соответственно, вот тебе и нереста нету. Вот, смотрите, разговариваю, а рыба все равно, он даже клюет. Ничего себе, какая большая лошадь. Целый подъязок прямо. Прямо целый подъязок, иди сюда. Вот так. Прям целый подъязище. Ну, посмотрим, что будем с таким делать. Может быть, даже пожарим. Уж сильно крупную-то и не надо рыбу такую прям совсем. Да, сегодня хороший денек такой. Я даже удивляюсь на клев. Пошел. Я думала, что не будет клево. А так спасибо богам и Нептунам, что вот мне Боженька не спаслал хорошую рыбалку. Зимнюю уже, можно сказать. Уже прямо зимнюю. Ура-ура. Летом тоже не было возможности с удочкой посидеть. Я сейчас просто отвожу душу. Не представляете, какой кайф.
Ну что, бабульки? Ну, в основном, да, под язки идут такие некрупные. Я стараюсь аккуратно с крючка снимать, чтобы их не повредить. Я вот даже разговариваю, а смотрите-ка, рыба берет. Но тут, знаете, даже ниже колена, я хочу сказать, глубина. Я вот сижу в приседку, чтобы рыба меня не видела. Рыба меня не видела. Видите, что-то там заинтересовалась. Бабочка. Так, рыба. Так, все, уже почти растащили моего червяка. Наверное, ребята, скоро у меня накроется моя рыбалка, потому что червяк у меня уже, вот, можно сказать, и не червяк. Эх, эх, эх. Ну, что теперь? Будем пробовать цеплять караеда. Если ей захочется, он там маленько размочится, этот караедик. Если рыбка захочет клевать, она, конечно, будет клевать. Смотрите, да. Ну, на червяка веселее, конечно. Я больше люблю на червяка. Ну, вот эти вот заразы мне и растащили, которые полосатые. Иди, бабулька. Вон, видите? Ёршики. Ползи. Ты сегодня не в тренде. Некуда мне тебе ложить. А рыбья жизнь тоже жизнь. Так что пускай растет, кушает что-нибудь. А может быть, его кто-то скушает. Но я ту рыбку, которая мне не нужна, я всегда отпускаю. Потому что каждый хочет жить. Ну и надо рационально относиться к ресурсам. Какая-то села, да, бабочка. Все, почти съели моего червяка, только один запах остался. Вот, смотрите, что уже с этим червяком, не знаю, как я сейчас буду его нанизывать, но, в общем, что-то надо делать. Что-то надо делать. Не хочется домой, вообще не хочу домой. Еще, в принципе, светового дня часа два. Вот, когда сюда шла, здесь пока не брала. Видите, ближе к вечеру тут начала брать вот эта сторона. Ну, не угадаешь, конечно. О, по-моему, ведет. Смотрите. Не угадаешь. Да, как хищника надо искать, так и беленькую тоже. Тут берет. Через два часа клев прекращается. Все, побежал куда-то еще дальше. Я уже тут и по мостику прошла, и через реку прошла. Ой, и тоже и намочила свои сапоги. И, походу, этот матрос у меня съел всего червяка. Да, матрос? Матрос, ползи. Ну, будем смотреть, что тут. Насколько хватит у меня червяка. Насколько поклевок. Да, рыбка зашла. Ну все, надо готовить, короче, этого караеда. Ой-ой-ой, хотела подготовить, а там уже, по-моему, клюет, что ли, на остатки. Остатки сладкие, скажите, да, ребятки мои? Ну да, они уже тут дружно доедают, я даже, наверное, поднимать не буду. Удочку пускай доедают этого червяка. Слышите, как у меня караеды сухие, как погремушка звенят. Так, ну что, давайте будем вас размачивать. Что-то там даже, наверное, что-то село даже на крючок, нет. Ну вот. На десяток рыбёх мне хватило. Сейчас посмотрим, что тут с караедом у нас, какая песня будет. Это червячка, конечно, очень жалко. Да, караед, конечно, блин, неплохой. Сейчас попробую так цевьё открыть. Посмотрим, как будет рыба садиться на открытое цевьё, потому что он застывший, и рыбка
не сможет прокусить у меня червячка. У этого крючок этот. Видите, на короеды не очень. Вот будем собираться уже домой, наверное. И вот Ая наловила. Что ж она наловила? Вот такой вот еленц. Вот раз штучка. Тут вот даже, между прочим, вот еще один елечек. Так, вот я это все тут привезла, маленько кинула. Это, так, ну вот, хорошенькие такие бульки у нас. Так, тут даже вот, наверное, подъязок. На подъязку очень сильно похожа штука. Ну, это на большую такую 12-килограммовую штуку. Щуку. Вот, где-то тут должен быть один ёрш. Вот это вот самая тоже хорошенькая маленькая живушка. Вот, ну, конечно, лошадей я тут наловила, будь здоров. О, видали какие? Сейчас найдем ерша, которого я тут споймала. Думала, у меня отсоединится ведро. Ай-яй-яй. Ускоряемся. Ускоряемся. Вот ерш. Все, всех остальных я выворачиваю, друзья. А, обжигает. А, о, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Достаю такую волшебную штуку, называется аэратор. Опускаем, на кнопочку нажимаем, и наши рыбёхи благополучно живут. Так, ну, его надо зарядить. Попробую. О, он завелся. Ура, смотрите, как там хорошо, какие бурбухи. Наша рыбка будет хорошо тут жить. Пора на рыбалку. Где наши жерлицы?